Привет, народ, с вами Финаргот, и в этом ролике речь пойдет о Steam Турции, Steam Аргентина. Кто не в курсе, вы сейчас обо всем узнаете. Ну, а я расскажу вам о том, как сейчас пополнять аккаунты данных регионов, потому что Valve ввели санкции. Ну и в целом рассмотрим разные варианты. Поехали! Я думаю, для вас не секрет, что турецкие и аргентинские аккаунты Steam стали супер популярными в прошлом году из-за санкций от Valve. Во-первых, пропала возможность пополнять аккаунты из России и Беларуси, сейчас она есть, как минимум на нашем сайте с крутыми промиками. Ну а во-вторых, многие игровые издатели перестали продавать игры в данных регионах, там, будь то Starfield, Mortal Kombat 1, Hogwarts Legacy и так далее. Но, как бы, у людей аккаунты остались, они продолжали покупать карточки потом просто исчезли из продажи. Они сначала продавались на нашем сайте, были очень дешевые, потом они просто перестали выпускаться, мы их продавать тоже перестали. Ну и люди постоянно спрашивали, как пополнить аккаунт, как пополнить. Мы не могли им никак помочь, но люди пополняли через скины, это до сих пор как бы работает. Но 20 ноября Valve решили ввести новые санкции. Они перевели все аккаунты, турецкие и аргентинские, на валюту доллар, просто на USD. При этом это не просто доллар, он называется LATAM доллар, это Латинская Америка, и MENA доллар. Вот, как вы можете заметить, цены, например, на Mortal Kombat те же самые, да, как и в Америке, $49. И, по сути, уже невыгодно становится. Но все равно скидки на некоторые игры распространяются, ну и у многих остались аккаунты, они задаются вопросом, как пополнить эти аккаунты. Турецких кодов-то больше нет, да и они не работают. Но мы, конечно же, нашли лазейку. Во-первых, я хочу напомнить, что есть великолепный регион Казахстан. Он пополняется просто легко с нашего же сайта по логину за несколько секунд. Промокоды, кстати, кому нужно, я напомню. PUTCHMEAT — это первый промокод. Второй промокод — это FRESHMEAT. Ну и, конечно же, есть еще промокод FINARGOT, если вы его еще не использовали. Ссылочка есть в описании, тут все пополняется за буквально 10-15 секунд, распространяется на аккаунты из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, ну, в общем, на все аккаунты из бывшего СНГ. Но если мы откроем Steam Турцию, тут печально. Мы же добавили временно в раздел Steam Гонконг, переименовали его в Steam Доллар, доллары для аккаунтов из Турции и Аргентины. Собственно, 5, 10, 20, 25 и 100 долларов. Если вы сравните с другими сайтами, но цены ниже, а скоро будут еще ниже. И мы активно, конечно же, занимаемся тем, чтобы игры стали вообще, и все товары на нашем сайте были максимально выгодны и полезны. Ну, допустим, возьмем PUBG Mobile. У нас, пожалуй, самые низкие цены, тем более это автоматическое зачисление. Вы закидываете, и как и на Steam, в течение минуты бабки уже на вашем аккаунте. Собственно, я вам сейчас продемонстрирую процедуру пополнения аккаунта из Турции. У меня как раз один такой есть. Вот, беру $5. Осторожно, ХКД это для аккаунтов для гонконгских аккаунтов. На самом деле эти коды подходят и для украинских аккаунтов. Это гонконгские доллары. Вот, $5 пополняем. Так, давайте я скрою информацию, а то вы сейчас на меня кредиты оформите. Я это делаю без монтажа, чтобы потом люди не удивлялись и не задавали никаких лишних вопросов. Сейчас я введу код. И мне моментально поступит ключ на почту. Вот, как вы можете заметить, заказ оформился. Вот сейчас придет код. Я специально взял старую почту. Да, пожалуйста. И чек пришел, и сам код. Ну и я беру вот этот код, копирую его, захожу в Steam. Тут есть пополнить баланс, код кошелька или подарочная карта. Ввожу код. Выполнение. 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 Че ж так долго-то? Все, готово. Как вы можете заметить, на моем аккаунте теперь $5. Все эти коды присутствуют на сайте. Пополняйте, если вам нужно. Ну и, конечно же, следите за пабликом нашего сайта. Мы там постоянно делимся свежими промокодами. Вы можете, например, установить приложение в Google Play и за это тоже получить промокод. Там же делимся важными новостями. Ну и
так как я подвязан и всегда слежу за Steam и за всеми играми, я стараюсь сделать и добавить на сайт максимально выгодные, полезные и нужные для вас товары. Было полезно? Ставь лайк, подпишись и включи уведомления в колокольчики. Пока-пока.